Всем привет! Сегодня такой обзорчик, что у меня под макетом находится, как там все выглядит. Сейчас я это покажу вам. Вы все это увидите. Вот. Вот так у меня все под макетом. Здесь. Вот тут так кабели положены. Светофоры, электроприводы. Здесь все подключено. Вот это цифровое. Это специальный переключатель я поставил с аналогом на цифровой, потому что они несовместимы. У цифрового переменка идет, у аналогового стоянка. Вот у меня так вот все здесь выглядит. Сделал все в одно место подключение. Там цифровой черный идет, и снизу он цветной идет провод. Не знаю, видно, не видно там. Вот у них как выглядит все под макетом. Да, долго ковырялся, почти целый день. Тут у меня находится под макетом. Ну, а сверху вы все уже видали. Покатаем, что ли? Е44. Да, кстати, вот эти два вагона я продаю на Авито с освещением, которое. Кому интересно, заходите по ссылочке, будет ссылочка внизу, где можно будет купить эти два вагончика. Там много чего можно купить у меня на сайте. Макет мой полностью. Скоро буду расширять немножко его. Ну, по-моему, на этом все. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.